Уже полностью преобразилась улица Шевченко. Здесь на опорах освещения установили более 40 диодных мозаичных рисунков. Изменилась и въездная стела в районе санатория «Россиянка». Устаревшую конструкцию заменили и дополнили новыми световыми элементами. Теперь разноцветный фонтан бьет ключом и украшает главную въездную группу города. И это только начало работы по изменению облика Анапы. В планах еще у нас осветить улицу объездную и парковую там на съездах. Сейчас ведутся монтажные работы, сбор этих конструкций. В ближайшее время будет они установлены. По-новому засветилась и главная курортная магистраль – Пионерский проспект. На столбах вдоль дороги устанавливают 5-метровые светодиодные ленты. Каждый имеет по 300 светодиодов. Конструкция меняет цветовую палитру в зависимости от настройки. В яркие цвета Пионерский проспект уже раскрашен от речки Анапка до санатория Анапа Лазурная. Работы продолжаются. По замыслу коммунальщиков, такой красочный наряд оденут все 11 километров главной курортной улицы.